Всем привет! Сегодня мы с вами будем заливать вот такое чудесное авокадо. Прошу не закидывать меня тапками. У меня вот такая вот форма, как сейчас принято говорить, собственного производства. Добавляю коричневый пигмент в основу. 50% белого, 50% прозрачного. Добавляем одушку. У меня зеленый чай. И заливаем косточку. Даем время схватиться мылу. Дальше процарапываем и сбрызгиваем спиртом. В теплую основу, не горячую, белую, добавляю желтый пигмент и также отдушку. Чтобы не было потеков от косточки, основа желтая должна быть теплой. Обратите внимание. Заливаем и даем остыть. Заливаем тонким слоем. Дальше проделываем все те же манипуляции. Процарапываем и сбрызгиваем спиртом. Разводим зеленый цвет. У меня получился не очень авокадо этот раз. И заливаем форму. Все, наше мыло готово. Достаем из формы. Минут 30-40 нужно подождать, смотря какая у вас основа. И вот красота. Благодарю всех за просмотр.